министрдің электрондық үкіметті даму баяндамасын толығынан қолдаймыз. Мына оқу жүйесін және электронды жағдайы жаңағы көп сұрақтарға жауап беретініне біз сенеміз. Сондықтан осы салада біз осы министрлікпен бірге қазір жұмыстарды атқарып жатырмыз. В докладе Аскара Куанышевича уже был затронут вопрос развития электронного обучения как части электронного правительства. Позвольте мне коротко доложить, что делается в системе электронного обучения и каковы планы на будущее. Сегодня проект охватывает 581 организацию. Согласно госпрограмме образования, к 2015 году мы должны подключить к нему 50% организации образования, к 2020 году более 90%. Проект очень масштабный и охватит более 5 миллионов человек. Это учащиеся, педагоги, это родители и так далее. Что на сегодня сделано? Во-первых, сформирована необходимая инфраструктура, полностью закуплено оборудование. Мы создали сеть с подключением к широкополосному интернету, а также центры обработки данных в городе Астана, Алматы и в 9 регионах. До конца текущего года ЦОДы будут созданы во всех областных центрах нашей страны. Центральный сервер нашего министерства сегодня размещен в АО «Казтелеком». Во-вторых, внедрены две ключевые системы. Одна для управления организациями образования, вторая для управления учебным процессом. Это позволит автоматизировать работу администрации школ и колледжей, позволит педагогам развивать индивидуальный подход в обучении, поддерживать связь с родителями и так далее. В-третьих, сегодня создана аппаратная программная платформа для сайтов организации образования. Она позволит им эффективно работать в сети и, что немаловажно, экономить соответствующие расходы местного бюджета. В-четвертых, создано единое хранилище электронного контента. Сегодня она включает разработанные нами 7511 цифровых образовательных ресурсов по различным предметам средней школы и ТИПО. Это электронные учебники, это пособия, видеоуроки, электронные книги и так далее. Контент сегодня охватывает около трети содержания всего среднего образования. Он будет и дальше расширяться как за счет централизованного создания ресурсов, так и за счет учебных материалов преподавателей. В рамках проекта Министерством образования и науки и Министерством транспорта и коммуникации создали мы международный консорциум лучших разработчиков электронного контента. Это Финляндия, Польша, Швеция, Россия и других стран. Это важный канал, прежде всего, освоения нами мирового опыта. Также создана национально-образовательная база данных. Она позволит уже в этом году, в октябре месяце, формировать статистику и административную отчетность всех, причем подчеркиваю, всех школ Казахстана в электронном формате и представлять необходимые данные всем контролирующим статистическим организациям и органам. К числу позитивных результатов относится и повышение, прежде всего, качества образования. Сегодня по отдельным экспертным нашим данным повышение качества в этих школах и колледжах поднялось на 15%, что соответствует мировой практике. И должен сказать, что к системе сегодня через e-learning имеют доступ около миллиона. Это ученики, педагоги и родители. Около миллиона человек. Хочу подчеркнуть еще один важный момент, Серик Нигметович. В сегодняшнем мире технология электронного обучения развивается по-настоящему взрывными темпами. Появились новые его уровни и методологии. Это smart learning, умное обучение, это u-learning, всестороннее обучение и другие. Ввиду столь быстрого развития, и нам надо обеспечить существенно более быстрое освоение электронного обучения. Я вам об этом докладывал, еще раз обращаюсь к вам. В данной связи прошу вас рассмотреть возможность форсированного внедрения проекта e-learning с завершением не к 2020, а к 2016 году. Параметры такой ускоренной реализации нам уже полностью просчитаны и подготовлены. Это позволит в кратчайшие сроки обеспечить полную автоматизацию учебного процесса и электронных госуслуг и продвинуться к мировому уровню технологии обучения
прежде всего создать единую национальную научно-образовательную сеть для реализации Smart Education. В итоге электронное обучение в Казахстане будет использоваться на всех уровнях, от детского сада до высшего образования и науки, и обучения в течение всей жизни. Спасибо за внимание.